Вкусные, ароматные. День тураковского пирога отметили в деревне Тураково. Пироги с яблоками, капустой, с маком – все это напекли жители деревни. В семье Антонины Георгиевны пироги пекли с времен прабабушек. Теперь она сама мастер по выпечке. Каждый выходной собираются с семьей и пьют чай с пирогами. У меня дома есть большой старинный лоток. Я даже не знаю, его, наверное, мой прадед изготавливала, то есть целиковые ширины 80 сантиметров и длиной 1,20 м. На него снимают пироги? Да? На него нет. На нем разделывают пироги. Да, это из целикового дерева. Ему уже много-много лет, больше 100 лет. Мы его храним как семейную реликвию. Старожил Мария Александровна Портнова ни разу не пропускала праздник. Ей 92, а пироги печет до сих пор. В этом году яблок нету, пришлось покупать. Ездила в Лазу, купила яблочки специальные, вот, и испекла пирог. Праздники не пропускаете? Нет, каждый праздник вот праздную, хожу. В общем, стараюсь, чтобы... Вот, у меня огород, конечно, заботы много, 4 кошки. Вот, которых я очень люблю, и они меня любят. Он кусочек откусил, потом подвинул стул и сел, и весь пирог минуту съел. Когда же гости подошли, то даже крошек не нашли. Любой из вас, сидящий здесь, это мастерица, умирится на все руки. И вообще в русских семьях всегда славилось то, что своими руками пекли вкусные караваи, вкусные пироги испокон веков. И в трудное время для нашей страны, и потом, и сегодня. Это наш с вами хороший местный праздник, который позволяет нам, ну, как повод, да, лишний раз собраться друг с другом. Праздник тураковского пирога жители деревни отмечают в 15-й раз. Это уже деревенская традиция – напечь пирогов, накрыть стол и затянуть застольную. Ирина Белякова, Михаил Кирсанов. Программа «События».